Меня трудно затащить на какой-нибудь концерт или в театр. В театр кричат, топают ногами, это я не люблю. На концерте играют так, как научили играть в музыкальной школе, потом в консерватории, это я тоже не люблю. Я не люблю профессиональное искусство, но я люблю искусство в его чистоте. Я смотрел все спектакли Игоря Ильинского, актера великого, так как дружил с ним. И много смотрел спектакли Инны Чуриковой, и тоже по той же причине. Но это не профессиональное искусство, это просто искусство. Ну, чтобы читатель мог меня понять, объясню так. Ну вот, нет ничего страшнее профессиональной любви, но нет ничего прекраснее чистой любви на свете. Или приведу другой пример. Пушкин учился плохо, на 26-м месте из 27, то есть предпоследний. И все, что он умел делать, то он умел как самоучка, как дилетант, очень далекий от того, чтобы его научили чему-то. То есть он далек от профессионального. Это чистая любовь к чистому искусству. И вот при таких взглядах меня вытащила моя супруга Танища на концерт интересный в зале Чайковского, композитор Порпора. Вот, Никола Порпора. Дирижер какой-то странный был. Он ходил странной походкой, но потом проявил себя очень интересно. И его зовут Александр Рудин. Ну что же я написал, когда я закончил все это смотреть? Я так и написал: дирижер ходит странной походкой. Ну, так как будто доказывает кому-то чего-то. Вот он идет, а сам мысленно кому-то чего-то доказывает. Или с кем-то полемизирует. Что вот не так-то, а вот так-то. И вот это все в его походке как-то было скрыто, как скрытая пружина в нем находилась. И это удивляло, это интриговало. И потом оказалось, что да-да, это не просто дирижер, это еще и виолончелист. Когда я приделся к его оркестру, в бинокль посмотрел, то мне показалось, что виолончелистка, которая слева от него находится, его любовница. Ну, как-то она вот вела себя с большим азартом, все делала, с большой любовью. Вот как-то я прочитал эту любовь не только к виолончели, не только к смычку, не только к нотам, которые она озвучивала, но и к дирижеру. Вот, первая скрипка миловидная, такая стройная девица, мне показалось, что это, вероятно, дочка важного лица какого-то. Ну, кажется мне, может и нет, а может и да, ну вот кажется, я делюсь своим впечатлением. Даму с первым альтом справа я не успел разглядеть, ну, наверняка она тоже интересная дама. Какой лучший номер был у него? Вот когда дирижер играл на виолончели, он странно ее держал. Это был последний номер перед антрактом. И там была медленная музыка. А, нет, и второй номер мне, который очень понравился перед антрактом, где была медленная музыка. Вот недостаток этого дирижера, очень интересного, очень хорошего. Быстро слишком играет быстрые места. Но это болезнь всего искусства нашего исполнительского. Все стараются сыграть очень быстро, чтобы поразить впечатление зрителям.
Вот. Но пора называть его имя основательно и серьезно — Александр Рузин. Он чем мне понравился? Он внес в оркестр особые интонации в отдельных фразах оркестра, особенно выделяя их из всего текста. Почему это важно? Можно, например, так читать стихи. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». А можно по-другому прочитать. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Вот эти акценты во фразах этого композитора он исполнял особенно так, как ему хотелось это выкрикнуть. Это очень важно. Так и надо. Этого давно не хватало в дирижерском монотонном искусстве. На протяжении многих десятилетий за всю мою жизнь они убивали в моих глазах оркестровое искусство как жанр, боязнью как раз сказать, как хочется, ту фразу, которую хочется произнести иначе. Вот, сам играл он как-то очень странно, почему-то не привинтив ножку к виолончели, подзажав ее между колен. Ну, он может и так играть, и хорошо. Вот, играл он, это произвело впечатление, опять-таки играя, акцентируя внимание на отдельных фразах музыкального текста. И голос его взывал, очень взволнованно к чему-то, очень тому, что волновало, видимо, его сердце. Вот, и предпоследняя пьеса мне понравилась не там, где он играл, а там, где он дирижировал, чрезвычайно. Это была потрясающая пьеса. Это было не хуже того, о чем я все время скучал, не хуже Баха. Я все время скучал по Баху, слушая эту музыку. Вроде Бах, но не Бах. Вроде полифонии, но нету такого интереса, который вызывает у меня Бах. Кто такой этот композитор Никола Порпора? Танища, видимо, моя жена читала, видимо, в интернете, и она мне о нем рассказала, что Порпора приехал в Лондон, чтобы потеснить Генделя. Но Гендель — это был композитор, это был богаче короля, преуспевающий такой композитор, когда играл его оркестр, принимали участие вместо барабанов пушечные выстрелы, салюты на небе. Все это было грандиозно, громогласно, но не было такого серьезного ничего, как у Баха. Поэтому хоть он гремел на весь мир своей музыкой, а Бах был никому неизвестным композитором маленького городка провинциального в Германии, со временем Гендель потеснился со своими пушками, со своими гонорарами он получал, был богаче английского короля. Он потеснился и отодвинулся скромно, очень-очень далеко. И на первое место вышел Бах. В моем сознании, ну, думаю, в сознании всего человечества. Потому что Бах чрезвычайно гремит по всему миру. Вот. Еще Танечка сказала про него, что он писал тексты, значит, был поэт. Я невольно сказал, ну, прям как я, потому что я и композитор, я и пианист, я и поэт, я и живописец, я и кино занимаюсь, и физикой, и геронтологией. Ну, в общем, вот это вот его полифоничность, что он и композитор, и поэт, я невольно сказал, как я. И на что Танечка сказала, ну да, в каком-то смысле это Юрка Загорский. Вот.
Так что в целом вся музыка была не очень интересная. Вроде Бах, но не Бах. А вот эта пьеса, предпоследняя, просто была совершенно гениальной. Я так пишу в своем эссе. Она была наполнена рефренами нарастающих ударов нот. Нарастающих. В тексте наиболее внятным и оригинальным. Вот все остальные пьесы были какие-то не очень внятные по мысли. Или были мысли не очень увлекающие мою душу. И не только мою душу, но и душу композитора. Он мимоходом бросал эти мысли, не развивая их страстно. А так, развивая их, между прочим. И вот это нарастание появлялось внезапно вдруг, несколько раз внутри этой пьесы, и оно уносило слушателя к вершинам блаженства. К вершинам блаженства, какое бывает только у гениев. Ну и в этой пьесе вокалист Марк Эммануэль Ценчич наконец смог у себя более ярко проявить. Наконец, оркестр его не заглушал. Так все было расписано в оркестровке умно и трогательно, и чутко, и глубоко, что было слышно, наконец, исполнителя. И было слышно как-то так проникновенно. И исполнено прекрасно и дирижером, и вокалистом. Это было бесподобно. И великолепное. Так что еще раз оброним драгоценное слово, так нужное для искусства. Это было гениально.